Многие годы с оружием в руках мы боролись с международным терроризмом и разгромили его. Но угроза терроризма в России еще не исчезла. Я уверен, что вам не безразлична судьба нашего Отечества. С сегодняшнего дня каждый из нас обязан быть готовым в любую минуту доказать свою преданность делу, которому мы посвятили жизнь. Врага России, где бы он ни был, мы встретим в его же логове. Мы публично заявляем об этом на весь мир, чтобы всем было ясно и понятно. Да здравствует наша великая родина России! Да здравствует наш национальный лидер России Владимир Путин! Аллаху акбар! Аллаху акбар!